посмотрите, во-первых, на габарит прохода. Достаточно ли он для того, чтобы прошел огромный поток людей с станции метрополитена? Посмотрите, пожалуйста, на кучу мусора, покосившиеся поржавевшие конструкции, небезопасные балки. Тимчасові споруди не стояли в зонах обмежень. На перехрестях, біля виходів з метро, на тротуарах було розроблено там, мовно, 6,5 тисяч точок в місті Києві. Кожен підприємець міг подати заявку, наприклад, на цю точку. Государство не может предложить 5 тысячам работникам новые рабочие места.